Бэби Аннабель, что ты там притихла? С чем играешь? О, яйцо! Где ты его взяла? Оно же несъедобное! Фу-фу-фу! Бэби Аннабель, это яйцо нельзя брать в ротик, поняла? Ням-ням! Ням-ням! Ой, да ты проголодалась! Как же я могла пропустить время полдника? Подожди минуточку, сейчас я схожу на кухню и приготовлю для тебя что-нибудь вкусное и полезное. Итак, вот мои продукты, фрукты и овощи. Какое бы блюдо приготовить, чтобы Бэби Аннабель понравилось и в то же самое время было для нее полезно? Придумала! Сегодня я использую морковь. Сделаю из нее полезный морковный кисель. Очищу ее от кожуры. Положу в блендер и сделаю сок. Теперь возьму готовый морковный сок и перелью его в кастрюльку. Добавлю туда половинку мерной ложечки картофельного крахмала. Тщательно все перемешаю, чтобы не осталось комков. И поварю несколько минут, чтобы наш кисель загустел. Ну вот, у меня уже все готово. Сейчас остужу, перелью в бутылочку и пойду кормить Бэби Аннабель. Ням-ням, ням-ням! А вот и я. О, ты опять что-то нашла? Бэби Аннабель, я же тебе сказала, не брать в рот силиконовые игрушки. Вот, попробуй, я приготовила для тебя вкусный морковный кисель. Молодец, Бэби Аннабель, ты все выпила. Вкусно, еще. Друзья, понравилось видео с малышкой Бэби Аннабель? Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и смотрите мои другие видеоролики с куклами и пупсиками. Пока.